вами Миша, ребята. Ой, сегодня мы посмотрим, что съел Фредди. Да, мы играем в симулятор Фредди. Шутка. Давайте начнем. Куда нажимать? Так, вот. О, давайте посмотрим. Что тут? Курица. Прикольно. Ребята, Фредди съел курицу. Ок. Эй, как уменьшить? Наверное, меню. Меню? Да. Так, давайте посмотрим руку. Так, что у него тут в руке? Хамелеон. Нет, это хамелеон. Да, это хамелеон. Прикольно, хамелеон. Фредди съел хамелеон. Миллиона, так. Дальше посмотрим, что у него в башке. Пистолет! Фредди, у него пестик в башке. Ок, пестик. Так, посмотрим, что в этой руке ему попадется. Кукла. Кукла в руке. Прикольно, так, в ноге попадется. Видимо, да. Труба. Так, посмотрим. Это что? Мешочек с чем-то. Я не знаю, что это. Не знаю, короче. Ок. Все, что можно посмотреть у Фредди. Смотрим еще раз голову. Пестик. То есть там постоянно одни и те же предметы, ничего не меняется. Куколка. Да, куколка. На этот раз, ребята, запомните, что Фредди в голове пестик, в животе курица, в правой руке куколка, в левой руке хамелеон. Так. В правой ноге какой-то мешочек, в левой ноге. Так, еще раз посмотрю. В левой ноге труба, запомните это, ребята, что вот так вот Фредди состоит. Вот так вот прикольно, ребята, симулятор Фредди. Можете скачать и поиграть. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока, с вами был Миша. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Вот, пока.